Друзья, если вы коснулись проблемы того, что вы не можете прикрепить карту в AliExpress, это такой легкий баг, который я вам расскажу. Вам просто нужно будет включить одну функцию, вы которую найдете в закрепленном комментарии, чтобы я не говорил, чтобы YouTube тут как-то это воспринял. Но ничего сложного нет, это возможно в категориях возраста там и еще прочее, но вы можете это сделать, это все решается, можете не переживать. Сразу же чекнули, посмотрели, получилось, бахнули лайк, сделали репост и оставили позитивные комментарии. Обязательно. А сейчас я вам хочу рассказать о классной системе кэшбэк Smarty Sale, которая поможет вам сэкономить средства, сделать кэшбэк и даже пассивно заработать. Чекаем. Друзья, хотите получать дополнительный кэшбэк на покупки в AliExpress, либо каких-то любых других магазинов, Ева и так далее, все, что вы здесь можете видеть, Joom, от Notino, Smarty Sale, там, Stylus и так далее, куча магазинов, вот уже могу показать пример, минимальный вывод средств у нас идет на PayPal $50, здесь банковская карта от 12.35, все, можете полностью выводить без всяких вот возможностей, варианты вот вывода, как видите, все работает, все четенько. Переходите по ссылочке, регистрируетесь, просто если вам нужно перейти в Али, нажимаете Али, перейти в магазин, доля секунд, вы все уже в своих покупочках, заметочки, полностью ваша учетная запись, верифицируетесь, естественно, и сможете покупать дополнительный кэшбэк, очень приятно и удобно. Не забывайте то, что также есть и реферальная программа, текущая статистика у меня 5%, чем больше у вас будет рефералов, тем больше вы будете иметь средств с бонусов на вывод. Вот смотрите, 5 человек у нас $50, 20 человек 200 и так далее, и так далее. Очень приятно, реферальная программа работает, все четенько, пользуемся. Вот и все, друзья, в принципе, ничего сложного, поняли, как эту ситуацию решить, как можно в данный момент зарабатывать, даже используя AliExpress в сотрудничестве с Smarty Sale. Очень удобно, полезно и всем рекомендую. Конечно же, все полезные ссылки в описании под видео и закрепленном комментарии. Дальше больше, скоро увидимся.